пропустить. Я все перепробовал, ни черта. Всех этих библиотекарей, знаете, что скорее всего произошло? Этих библиотекарей я, как сказать, ну, всех завалил, а потом одного из них резнул вот этой вот хренью. А потом я либо не, вот это, либо изгнал его, либо он сам подох. Ну, короче, факт в том, что вот эта вот капитан Шен, она воспринимает, что как будто там еще кто-то есть. Хотя у нас в задании написано, идите, пообщайтесь с ней. В этой серии мы еще обязательно попробуем выполнить задание вот этой командира Шена, да, чтобы уж точно, блин, иначе я вообще пипец. Мне кажется, это из-за того, что я вот резнул этого библиотекаря, этого сраного, вот, и он, короче, как-то забаговался, что-то не знаю. Блин, это вообще жопа! Блин, пипец! Трое, три самых мерзких, которых только есть, блин, вот за серии. Я бы сейчас поперепризываю, чтобы пропал этот чертов воздуха, придурок. Их трое, блин, появилось. Блин, вот говно, а. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки «Магия крови». А вот, и интересно, заметили вы или нет, но получилось так, в общем... В прошлой серии мы забаговали главный квест, по которому нам должны были дальше пропустить. Я все перепробовал, ни черта. Всех этих библиотекарей, знаете, что скорее всего произошло? Этих библиотекарей я, как сказать, ну, всех завалил, а потом одного из них резнул вот этой вот хренью. А потом я либо не, вот это, либо изгнал его, либо он сам подох. Ну, короче, факт в том, что вот это вот капитан Шен, она воспринимает, что как будто там еще кто-то есть. Хотя у нас в задании написано, идите, пообщайтесь с ней. Я специально, вот прикиньте, я начал сохранять сохранение. После каких-то там багов, что-то, короче, произошло. Я начал все-таки сохранять вот эти предыдущие, ну, каждую серию, короче, сейвы сохранять. Прикиньте, вот пригодилось, просто офигеть. Я вот загрузил предыдущую серию. В этой серии мы зачистим не вот эту территорию. В этой территории я потом уже зачищу отдельно. Вот, а мы в этой серии, ребят, зачистим вокруг города Инксок. Инксок тоже мы сейчас, грубо говоря, первый раз сюда портальнемся. Это просто обалдеть. Вот, и чтобы не терять, потому что времени у меня, к сожалению, нет, а потом будут выходные, на выходных я снова все вот это пройду, то, что мы проходили в... Вот так вот сделал пока. Она сбьет так или нет? Не, вроде не бьют. Вот, на выходных будет время у меня побольше свободного, поэтому я перепройду вот эту 51-ю серию. 51-ю серию все там в этой сделаю, выполню главное задание и подключусь уже, ну там вот у нас много там что было, да, блин, все эти алхимики, вот это все-все-все, там мы покачались еще. Если все это опять заново повторять, у меня просто нет времени, поэтому в этой серии, чтобы что-то новенькое было, мы сделаем боевой, зачистим вокруг города территорию. Вот, а потом этот сам немножко пофармим там, ну и немного, короче, сделаем. Вот, а потом я уже все, короче, подготовлюсь, и в следующей серии мы уже ломанем, собственно говоря, дальше по сюжету. Блин, пипец, аккуратно, вот с этой вот шляпой аккуратно. Все, короче, теперь квестовых персонажей ни в коем случае не надо резать. Это просто пипец какой-то. Я специально проверил, да, действительно это так. То есть я заново перепрошел, и все, блин, фига урон. То есть... Вот, ой, аж 20, обалдеть. Вот, то есть это 100% вот эта вот фигня. Блин, очень обидно, конечно, но что поделать. Нифига он пил лордов. Так, нам на сейчас бы... Мы сейчас никого не сможем, да, риснуть. О, кстати, он когда бьется, он... А, я понял. Там уже кто-то есть. Там уже кто-то есть. Риснуть ему уже там... Зараза, эти уже привязались, блин, за серии. Самурай Икана, блин. Мне надо этих резнуть. Наших лоботрясов. Которые нам помогали, блин. Блин, конечно, жесть. Очень-очень обидно. Ну ладно, в принципе, как бы... чисто опыт, да, у нас. Чисто меньше опыта. По сюжету мы не шибко долго прошли. Вот, и чтобы заново сегодня повторять, наверное, этот... Ну, грубо говоря, вот так сделаем. То есть боевую серию в этой серии подзапишем, зачистим всю вот эту территорию, заодно сразу же вот эти все тотемы, да, соберем. Возможно, они нам пригодятся, потому что там, я точно помню, алхимики там что-то хотели нам... Да вы задрали, блин, дайте мне этот самый...
навоскрешать всякого говна в этой серии. Вот, алхимики нам там всяких, взамен всяких тотемов там пообещали ништяков всяких, но у нас как раз таки не хватило. А вот здесь, видите, вот прям по карте нам показывают, что типа вот этих вот можно валить, да, и с них вот что-то там падать. Поэтому как-то так. Ладно, давайте тогда все ускоряемся, вот, и потом уже... Так, сейчас надо залить туда. О. Все, тогда ускоряемся, а потом уже как все зачистим, дальше посмотрим, что там дальше. Oh,
Так, давайте-ка продадимся. Блин, нифига себе. Тут опыт, конечно, летит. У нас еще один уровень. Но, скажем так, это уровень такой еще, да? Вот, ну, ладно, у нас еще татуировка нас ждет. Вот, давайте продадимся барышнику. Просто офигеть. Опыт, конечно, прям летит. Особенно под мечом, когда ты начинаешь воскрешать этих лоботрясов, там опыта просто какое-то невероятное количество летит. И это прям здорово. Так, давай так, 6 тысяч продадим. Так, этого 5 тысяч. Так, у нас яд, да, полный получается. Так, и столько говна всякого набрали, что просто... Просто офигеть. Так, это все туфта. Это все туфта, туфта. Туфта. Заклинание. Блин, я вот с такой мизерной вероятностью выпадаю, что просто забей. Так, череп. Может быть, если только именно ядовитое что-нибудь, да? Ну, на алхимию имеется в виду. Вот, он совсем рандом надо, как мне кажется, чтобы прям... На яд выпал, он, ну, вообще, это просто пипец, можно забыть. Так, звезда, кстати, две. Так, что тут еще? Это Йонака. Так, сапоги, все понятно. Так, тут тоже. Тут. Все эти. Так, окей. Так, сандали ангела продаем. И все вроде, да? Это листочек все равно захрался, блин, зараза. Так, на 10 тысяч пойдет. Так, теперь нам надо еще вот так вот сделать. Просто офигеть. У нас 3000 уже стоит зайти в этот... Ну, короче, в сундук, но по сути наплевать. В этой серии мы еще обязательно попробуем выполнить задание вот этой командира Шена, да, чтобы уж точно, блин, иначе я вообще пипец. Мне кажется, это из-за того, что я вот резнул этого библиотекаря, этого сраного, вот, и он, короче, как-то забаговался, что я не знаю. Ладно, давай тогда дочистим эту территорию уже, вот, а потом уже в самом городе что-то делаем.
Блин, это вообще жопа. Блин, пипец. Трое, три самых мерзких, которых только есть, блин, вот за серии. Я бы сейчас поперепризываю, чтобы пропал этот чертов воздуха, придурок. Их трое, блин, появилось. Блин, вот говно, а. Да черт возьми, я что, застрял, что ли, блин, пипец. Походу, застрял реально. Блин, тут осталось децл зачистить. Черт возьми, блин, пипец, сейчас выйду, опять там через жопу где-нибудь. Блин. И самого погано, что портальнуться не могу, может как-нибудь. Блин, походу, придется прощаться, черт возьми. Ой, блин, пипец. Вот говно, еще и это вот... ну, короче, пипец, блин, придется выходить. Ладно, давайте тогда на этом заканчивать. Вот такая вот у нас серия получилась. Здесь просто тупо все пробежали. Вот, в следующей серии, в общем, я тогда все опять заново вот это пройду, которое было в 51 серии. Вот, и... ну, и дальше продолжу. То есть, командир Шен должен быть... Как раз-таки сейчас сохранился, не будем с ним говорить, чтобы опять там ничего не забаговалось. Вот, и вам на будущее будьте аккуратнее в этом месте, это просто пипец. Игра Вити Багона на сохранение каждую серию хранить, я уже это понял. Блин, мне там кто-то подсказал, что сохранение, что-то там сохранение. У нас какой-то разговор в комментариях зашел. Я подумал, что, блин, надо бы, наверное, найти, где эти чертовы сохранения. Вот, и теперь я буду каждую серию сохранять. Ну его нахрен. Ладно, все тогда, ребятушки, на этом. Спасибо большое за лайк, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. И всем пока.